здоровье. Короче, вот вам и кератин. Не держится на моих волосах абсолютно. Всем приветики. Пистолетики. Привет, привет. Юля и Женя помирились? Нет. Время 1:20 у нас. Не слишком поздно дали сегодня интернет. Решила выйти к вам в прямой эфир. Приветики. Юля тоже, кстати, сейчас выйдет в прямой эфир. Сколько ты скинула? Блин, друзья, честно, я до сих пор не взвесилась. Каюсь. Но по параметрам, по одежде видно, что похудела. Я, наверное, взвешусь по истечению 2 недель, чтобы прям офигеть. Если я, конечно, в килограммах похудела, потому что параллельно я еще занимаюсь спортом, а мышцы весят тяжелее жира. Не думаю, что я прям супер как-то накачалась, но подтянула 100% мышцы. Видела, к тебе хочет прийти блогер знаменитый? Нет, это вы про что? Тебе до сих пор нравится Паша? Нет. Мы не общаемся. А, звук скакалки? Да. Тут у нас девочки занимаются некоторые. Я как раз сейчас смотрю Дом 2, что показывают. Расскажи про трансёрфер к реальности. Господи, это лучшая книга, которую я прочитала. Мне когда-то я посоветовал ее мой друг, когда я была в Китае. И эта книга полностью изменила мое восприятие, отношение к разным вещам. То есть, кто, если не читал, обязательно советую вам ее прочитать. Так, прости, конечно, у тебя парень нужен еще лучше, чем все. Лучше, чем кто, простите. Когда в Москву? Блин, друзья, я так хочу в Москву. У меня сегодня чуть ли не нервный срыв был. У нас был небольшой выезд, как вы видели по сторис. И я увидела, что жизнь действительно существует, другая, вне острова. И я безумно хочу в Москву. Если кто-то знает какую-то информацию, может быть, будут еще вывозные рейсы. Здесь был 13 мая вывозной рейс с Сейшел. Теперь, когда он будет, неизвестно, потому что, скорее всего, границы откроют только в сентябре. У вас интернет там по времени дают? Да, на несколько часов дают. Барышев теперь к тебе признается в чувствах? Нет, мы с ним общаемся по-дружески. Общаемся и общаемся. Что из этого получится, я не буду загадывать. Ты никогда не была полной. Ну, слушайте, я любила покушать булочки. Лет так 17-18 я была полненькой. Максимальный мой вес — это 65 килограмм. Минимальный мой вес — это 49 килограмм. Когда я была просто вот такая, чуть ли не анорексия у меня уже начиналась. При росте 1,80 м весила 49 килограмм. У меня бедра были 88, талия 56. Я тогда работала в Милане в топовом агентстве. И они меня прям дрючили, говорили: худей, 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 худей. И я приехала, помню, в Россию, просто меня никто не узнал. Я, знаете, если загораюсь чем-то, мне потом сложно остановить. Вот я сейчас уже начала худеть, вот у меня руки уже прям вообще пипец худые. Мне уже многие говорят, ну типа, хватит худеть. А я пока не добьюсь своей цели, пока я не увижу на весах хотя бы 55 килограмм, я не остановлюсь. Я приехала на остров 64. Прикиньте, 64, почти в своем максимальном весе. Перед похудением я весила 59 и планирую вот 55-57. Можно по печеньке без сахара, заменители и без сахара делать. Но они же будут не сладкие. Можно разные печеньки с сыром делать, вообще какие угодно. Как ты худеешь? Расскажи. Вся информация по моей диете в актуальном под названием «Буч-диета». Крутая тема. 2 дня белок, потом день смешанный. 2 дня белок, день смешанный. За счет этих 2 белковых дней организм расходует свой собственный подкожный жир за счет того, что ему не хватает углеводов. А в смешанный день вы ему подкидываете дровишек, чтобы он не стал замедлять обмен веществ. И такие качели, знаете, туда-обратно, туда-обратно. И организм именно в эти 2 дня подскидывает. В общем, 2 недели посижу, если не добьюсь того, чего хочу, буду продлять еще 1-2 недели. Я хочу вернуться в Москву прям очень худой, загорелой. Волосы я уже, образ изменила. Мне, кстати, все говорят, что мне так очень прикольно. Мне самой безумно нравится такая стрижка какая-то. Такая... И какая-то стала такая дерзковато молодая, что ли, я не знаю, как это назвать. Бабич, нравится до сих пор? Общаетесь? Нет. Мы не общаемся, и как бы нет желания абсолютно. Человек слишком самовлюбленный.
Лесте, ну не нужен 23-летний мальчик Барышев, только не он. Ну а кто говорит, что я с ним собираюсь быть? Мы с ним просто дружим. Барышев прикольный. Ну вот то, что он прикольный и ржачный, это да, мне с ним по кайфу проводить время, угорать. Насколько выросли подписчики с момента прихода на Дом-2? Знаете, как-то странно, они выросли ровно настолько, наверное, насколько и убавились. Нет, ну если не брать тех подписчиков, которые от меня отписались, наверное, за 5 месяцев моего нахождения на проекте на 30 или на 40 тысяч. Я считаю, что это очень мало. И отписалось где-то, может, 15 тысяч. Тоже не знаю, с чем это связано. Так, ты на Карину стримишь, и, похоже, есть общий чрез, не знаешь, что нет, не знаю. В Китае на английском понимают очень плохо. Это нужно прямо на пальцах изъясняться, и лучше немножко выучить китайский, чтобы можно было с ними нормально общаться. Передай привет Антону. Антон, привет. В Москве-то что делать? Все закрыто. Да какая разница? Блин, я хочу очень много чего, чего я раньше не ценила. Сесть за руль своей машины, ехать куда-то там под любимую музыку, не вставать под звуки подъем, подъем, вставай, Олеся. Я просто каждое утро подрываюсь от этой сирены, блин. Не сирены, а громкой связи, которая у нас постоянно будет. И ты, когда организм постоянно просыпается от этих звуков, блин, не по тому, что он выспался, да, а потому что тебе надо вставать и переться на это лобное. Это очень убивает. У меня за 3 месяца был один единственный выходной на день рождения. У меня все, у меня уже едет крыша, у меня уже появляются дурацкие мысли, знаете, о том, чтобы свалить непонятно куда. То есть у меня уже все. Если мне сейчас не дадут выходные, хотя бы 2 дня просто в отеле я побуду одна, с интернетом, просто абстрагируюсь от этого острова, я сойду с ума. Я реально сойду с ума. Либо я сбегу. Так. Повторите, пожалуйста, книгу «Трансёрфинг реальности» Вадим Зеланд. Был нервный срыв из-за того, что хочешь в Москву. Он у меня на подходе, я вам так скажу. Я уже все. Я не могу, мне все достало. Олеся, если приедешь на поляну, если она будет тебя цеплять, дашь ему леща? Ему? Вообще не хочу драться ни с кем. Откуда эта информация, что только в сентябре откроют? Ну, смотрите, в июне начнутся открываться внутренние рейсы в России, то есть будут перелеты какие-то, потом чуть дальше, то есть Европа, там Турция уже на июль перенесла, они хотели в июне открывать, теперь уже все переносится, откладывается, так же, как с самоизоляцией, поэтому в лучшем случае, пока дойдет до Сейшел, это будет сентябрь. Ну, вы прикиньте, еще 3 месяца тут сидеть, я не смогу, я не знаю, что мне делать. Ну, вот, блин, я захожу на сайты на всякие, каждый день сижу, ищу какую-то информацию. Может, что-то можно придумать. Может, будет еще какой-то вывозной рейс, который отправится с Сейшел, блин. Он же был уже один раз, и 140 человек улетели в Россию. Я не знаю. Я готова уже корабль, блин, какой-то построить и уплыть отсюда. Либо я просто психану, соберу все свои вещи и буду жить в отеле, но зато я буду спокойно, блин, жить, заниматься своими делами, не психовать, не ходить на эти лобные. Мы обмусоливаем одно и то же. Вот эти все локации. Я не могу находиться больше 2 месяцев в одном месте. Я здесь уже 3 месяца. Один выходной за 3 месяца. В Москве делать нечего, тут еще хуже, все закрыто, никуда не выйти. Да мне никуда и не надо выходить, я могу, блин, вести какую-то рубрику. У меня даже нет времени для вас снять пресс этот, блин, как я его качаю. Потому что, когда я занимаюсь, нет телефона. Или есть телефон, но нет интернета. Мы же сдаем телефон на целый день. Я безумно устаю от того, что я не могу, блин, вести свой... Короче, я реально устала, я не знаю. Я не хочу жаловаться, но мне надо что-то делать срочно с этим. Ты очень красивая, спасибо. Олеся, хватит худеть. Нет, пока я не увижу на себе. Короче, худеем. С Барышем только по-дружески, никак по-другому. Потом придешь в Москву, придешь у тебя и будешь в шоке, что даже мысли другие допускала. Да уже непонятно, что в голове. Реально непонятно, что в голове. Олеся, у тебя фигура бомба, спасибо. Сохрани эфир, сохраню. Барышев, походу, не хочет быть с тобой. Но вот у него и спросите, хочет или не хочет.
Да нет, но я не хочу переходить на самом деле черту дружбы, потому что из дружбы маловероятно, что что-то получится. Должна быть изначально искра, должен быть флирт изначально. А когда это все с дружбы потом настраивается, вот как у меня было с Сережей, да, из этого ничего хорошего не получается обычно. Как ты похудела с 64 до 59? Я приехала на остров, было очень жарко, я прям первые 2 килограмма, наверное, за неделю сбросила. Когда жарко, не хочется кушать, плюс исключила всякие жирные вредные продукты. Думаю, ну я же на Сейшелах, ну я же хочу в красивых купальниках ходить и все остальное. Вот, и мне уже даже операторы говорят: Олеся, ты так похудела. А я как будто бы смотрю на себя и вижу, что я жирная. Как убрать внутреннюю часть бедра? Ее как-то упражнением или питанием не уберешь именно с этого места. Питанием уберешь со всего тела, а организм сжигает жир равномерно. Ну, зависит еще от типа фигуры. У меня, например, первым делом жир сжигается с верхней части. То есть у меня могут быть руки уже как палки, да, уже могут ключицы сильно выпирать, но ноги могут быть как будто бы полненькими, знаете. То есть сначала худеет вверх, а потом только организм начинает снизу брать. Мне кажется, у многих девушек так, потому что, короче, у меня фигура груша и груша. У меня мозг не работает, мне кажется, уже все. Спать по 6 часов на протяжении, по 5, по 6 часов на протяжении 3 месяцев. Свои кудрявые волосы или после косичек? У меня свои, да, волосы. Они еще больше кудрятся. Сейчас же кератин сделала, но он как-то не особо взялся. Олеся, насколько похудела? Пока на данный момент на 5 килограмм. Ну, на 6, может, даже. Я уже не взвешиваюсь 10 дней, взвешусь через 4 дня и узнаю, насколько я похудела за 2 недели. В Питере, когда жила, хоть щёчки были. А, ну, были, да. Ты на этом месте всегда снимаешь сторис и ведёшь эфир. Твое любимое место. Это не мое любимое место. Это единственное место, где хорошо ловит интернет. Меня уже все эти места, все локации задолбали. Я хочу новых мест. Повтори название книги, пожалуйста. «Трансёрфинг реальности» Вадим Зеланд. У него много разных интересных книг. Это эзотерика, психология. Волосы хорошо, только концы нужно подкрасить под свой цвет, чтобы равномерно было маски делать для волос. А мне нравятся такие кончики светлые. Так задуманно. Маски делаю. Спасибо, что беспокоитесь о моих волосах. Если ты мне больше всех нравишься на проекте. Спасибо, мне очень приятно. Жалко, что в эфирах грязи много было. А грязи с моей стороны? Или от кого вы отписались? Стремлюсь к твоей фигуре. Спасибо. Но лучше стремиться к своей фигуре в улучшенной форме, в улучшенном виде. Нужно стремиться быть лучшей версией себя в первую очередь, а не кого-то. Ты знаешь китайский? Да, немножко знаю. Бабич слился из-за репутации. Расскажи потому, почему тебе постоянно в части говорят, что у тебя... спорт в прошлом. Друзья, ну, про многих так говорят. Я не знаю, даже почему-то вот так вот на проекте устроено, что если девушка чего-то добилась, если у нее есть квартира, если у нее есть машина, значит, по-любому она не сама, по-любому. Да и, в принципе, и в жизни так. Когда человек своим трудом чего-то добивается, его всегда начинают в чем-то подозревать. Ну, так устроена наша жизнь. Поэтому я прекрасно понимаю, как я заработала на эту квартиру и чего мне это стоило. Сколько я, блин, стирала ноги в кровь, работая в Китае каждый день, никому не пожелаю. А люди как бы всегда говорят и будут говорить и завидовать чужому успеху, оправдывая какие-то свои неудачи. Сколько ты скинула во время своей диеты? Она еще идет, скоро взвешусь и узнаю. Так, что там жирное? Захарьяш отстал? Отстал. Как часто можете брать выходные? Я не знаю, наверное, раз в полгода, потому что у меня уже у меня был единственный выходной на мой день рождения. Спасибо за подарок. А просто мне нельзя отдохнуть, я не устаю здесь, у меня крыша не едет. Нам, кстати, сегодня починили кондиционер. Спустя 2 недели мучений, блин, под вентилятором. Ах.
На какой бумаге запекать печеньки? Можно просто противень немножко маслом смазать, можно на пергаментной бумаге, можно на силиконовом коврике, смотря что у вас есть, не принципиально. Только не уходи с проекта, мы тебя любим. Ну, честно, я уже не знаю. Вот мне на данный момент, на сегодняшний момент хочется уйти. Куда только. Ну, у меня же бывают не все дома. У меня бывают не все дома. Если меня сейчас доконает какая-нибудь ситуация, я могу уйти в неизвестном направлении. Ты просилась улететь участниками СССР, не разрешили? Да, не разрешили, но мне кажется, меня обманули, потому что улетело много съемочной группы, операторов там, и всех остальных. Там нужно было подать заявку, причем я ее подавала. Ну, короче... Так. Олесь, вы с Виталиком были бы классной парой. Ну, не знаю, к Виталику у меня не зажглось. Хоть на личном самолете тебя вывози. Ну, не говорите же. Да. Приветики. Сейчас меня Юля показывает в своем прямом эфире. Так. Обрати внимание на Федю. Он такой хороший, самый лучший. Нет, с Федей мы пытались там что-то общаться, еще когда я была на яхте любви, но не получилось. Если бывший был хорошим, то можно опять к нему, чем с этим безделиком на дом 2. Ну, бывший он на то и бывший, чтобы оставаться бывшим, я так считаю. Зачем возвращаться оттуда, откуда я ушла, по сути. Вот вам и райский остров, обычная жопа. Не говорите. Да, блин, даже любой райский остров надоест. И вы представьте, если вы будете икру есть каждый день ложками, она вам в какой-то момент надоест, и вы захотите простой, там, я не знаю, овсянки. Так же и я, мне надоело все, мне надоел океан, мне надоели пальмы. Я устала от острова, я действительно устала. Я хочу приехать в Москву, пускай я буду сидеть дома, зато я буду свободна, во-первых. Ну, если уходить с проекта, я так думала. Я буду на машине, я буду есть те продукты, которые я хочу, я буду просыпаться, когда я хочу. В общем, мне не хватает свободы, свободы действий. Я очень свободолюбивая девушка, очень свободолюбивый человек. Не зря же мои побеги были даже с поляны. Я вообще не знаю, какой черт меня понес на этот проект. Зачем вы сдаете телефоны? Ну, чтобы не сидеть там. Поэтому я не могу не развиваться здесь, я не могу ничего делать. Я просто тупо существую, такое ощущение. Я хожу на лобное, я обсуждаю эти темы, которые мне не интересны. Я не могу построить отношения, потому что здесь нет человека, с которым бы я хотела его строить. Что я тут делаю, непонятно. Поэтому, может быть, я даже и худею из-за какой-то даже нервной почвы. Уже отличная форма, не стоит больше худеть. Ну, я худею за счет жира. Можно худеть по-разному. Можно худеть за счет жира и мышц, тогда тело выглядит странно. А когда худеешь только за счет жира и укачаешь мышцы при этом, то есть у тебя тело просушивается, мышцы становятся более рельефными, подтянутыми, а жира становится меньше. Что в этом плохого? У меня модельная внешность. У меня длинные ноги, стройные. Я не хочу, чтобы они были жирными, друзья. Короче, набрать вес никогда не поздно, а вот похудеть очень сложно. Если у меня сейчас уже пошла такая волна, я считаю, что надо худеть дальше. По-дружески наладили контакт с Сережей? Да нет, да уже не получится никакой дружбы. После всех этих оскорблений, особенно с его стороны, мне нет желания. У меня в какой-то момент появилось желание, думаю, ну ладно, что нам делить? Я пришла к нему, он говорит, ой, нет, Марина. Я говорю, ну господи, ладно, я не особо горела желанием с ним налаживать коннект. Мне как бы фиолетово, что он есть, что он нет. Какой у тебя рост? 1,80 м. Когда США открывают границу? Ну, как я слышала, 1 июня. Но, скорее всего, для каких-то, может, грузовых перевозок. Пока непонятно. Если уж начинается заказ и долгие отношения. Для дома, наверное, искра. Бедная пингвина, хотела на тебя накинуться, бедняжка. Это вы про что? Про эфир на ломном? Классная во всех планах и внешности, юмор и ум. Спасибо. Что-нибудь придумаем, Зая, обязательно. Буду пытаться искать информацию. Если будет какая-то возможность, сразу тебя буду скидывать. Заявление подала для Росавиации. Крепись.
спасибо большое. Да, хочу вас попросить, если кто-то что-то знает, как можно отсюда вылететь, либо вывозным рейсом, либо, может, откроют сейчас в ближайшее время какие-то там страны, я не знаю, ближайшие, не обязательно Москву. Я бы, блин, свалила, я не могу уже тут. Буду очень признательна, если будете мне какую-то информацию скидывать, потому что не всегда есть время, чтобы узнать. А заявление я подала на госуслугах, и мою заявку одобрили. Регистрация для прибывающих в России, если вы это имеете в виду, что за Росавиация, не совсем понимаю. Потому что глаз замыливается, когда худеешь, особенно у такого сконцентрированного человека, как ты. Поверь, похудела достаточно. Ну, не знаю, не знаю. Пока считаю, что недостаточно. По взглядам вчера же видно, что ты ему не безразлична. Честно, неинтересно вообще. Тормози, Олеся, держись, осталось еще всего 3 месяца. Всего 3 месяца? Вы прикалываетесь? Это все лето, все лето. У меня и так оно длится уже 3 месяца, это лето. И еще 3. Пропустить лучшее время в Москве. Я безумно ждала это лето. Вы не представляете. Я пережила эту зиму московскую. Я так хотела провести это лето в Москве. И теперь, блин, когда мне приходится сидеть здесь, я не хочу так. Так, какие волосы после осветления? Хочу из шатенки в блонд. Ну, смотрите, мой цвет вот до сюда. Это мой родной некрашенный цвет. Красить волосы я не хочу больше. Хочу, чтобы они были живыми, мягкими. А нижние обесвеченные, они более сухие. Нижние. Короче, концы. Время у нас сейчас 40. Вы уже так устали на острове. Да, я не знаю, как это передать. Это непередаваемо. Вот каждый день одно и то же. Встаем, проходка, под грибок. Обсуждаем конкурс, все как, знаете, монотонно, все это монотонно, все одно и то же, без новых лиц, одно и то же обмусоливаем каждый день. Я сегодня сидела и думала, что я тут делаю, нашел. Так, я вешу 62, и рост 1,65 м, люди так худеют, а люди так худеют. Ну, по-разному можно выглядеть. Каждый человек, имея одинаковый рост и одинаковый вес, все равно выглядит по-разному. У кого-то больше там наверху жира, у кого-то жир равномерно распределяется, у кого-то в попе больше. И поэтому каждая фигура по-разному смотрится. Нельзя вообще на вес ориентироваться, вообще лучше на параметры ориентироваться. У меня наоборот худеют ноги и попа, живот и руки в последнюю очередь. Вот видите, как по-разному у всех. Олеся, выглядишь прекрасно, не надо больше худеть, послушай нас, не слушай этих змей. Да я не слушаю змей, я для себя просто приняла решение быть худой. После такого начала, наверное, больше никогда не захочешь. Мне кажется, я вообще на море больше никогда не захочу. Нет. Ай, на Сейшелы в том числе. Так, с барышем вместе? Нет, почему вместе? Мы с ним друзья. Я давно с ним выставляла фотографии, сторис. Мы все время с ним вместе, как я приехала. Так. Кого делала губы? У меня уже нет никаких губ, мне кажется. Все сдулось. Ни ресниц, ни губ, ничего. Я так хочу на массаж. Просто, чтобы меня кто-нибудь там спинку помял. Мне так не хватает этого. Это просто... Я хочу сырников, я хочу ягод, малины, арбуз, каких-то элементарных вещей. Хочу лежать и смотреть сериал. Здесь это сделать нереально. Вышел новый сезон «Холостяка», я не могу его посмотреть. Опять же, нет интернета, чтобы все это грузилось. Либо мне придется жертвовать своим временем и там скачивать его, сидеть. Ну, короче, пипец. Я даже фильм не могу никакой посмотреть. Расскажи, как питаешься. Смотрите, в актуальном, там Пуч, диета, я выставляла, все рассказывала подробно. Кем ты работала в Китае? Работала моделью. И прилетела туда в первую поездку, когда мне было 17-18 лет, осталась там на 3 года и просто пахала, как папа Карло. Олеся, вам нельзя отмечать людей в сторис, как я знаю. Настя отмечала в сторис Виталика, она с ним играла батл. Ну, не знаю, она отмечала, вообще нельзя. Китай — это жестко, это очень жестко. Это, блин, мне после Китая ничего не страшно. Мне кажется, я могу прилететь в любую страну и не бояться ничего. Потому что там такие улочки, дома, пока я все искала, когда на кастинги ходила. Короче, сейчас уже ничего не страшно.
как-то у вас там не очень условия, неужели проект такой бедный? Ну, мне кажется, он не бедный, просто на участников выделяет такой бюджет, а все денежки идут каким-то хорошим людям. Синемаскоп мечтает оказаться на островах в карантин. Слушайте, на месяц там максимум, на 3 недельки я бы тоже мечтала, ну не на полгода тут зависнуть. А в контракте разве не прописано, сколько вам выходных положено? Ну, по идее, прописано. Вообще, по идее, выходной должен раз в неделю быть. Ну, ладно, раз в 2 недели. То есть за 3 месяца у меня должно было быть хотя бы 6 выходных. Ну, не один. Не один. И когда ты начинаешь их просить, это просто, ну, бесполезно. Это надо либо разораться, разматериться, распсиховаться, только потом что-то может себе перепасть. По-хорошему тут не работает. Привет, ты кто? Я девочка, которая застряла на островах и безумно хочет в Москву, которая все заколебала уже, у которой едет крыша, которая уже просто залазит на крыше от того, что ей не хватает новых локаций, которая переходит пешком океан в поисках приключений, ну и все в таком духе. Не специально делают, потому что чуют, что ты уйдешь, а они этого не хотят, поэтому не отправляют в Москву. Ну нет, сейчас же нет рейсов никаких, аэропорты закрыты, как они меня отправят? Нет достойных парней для тебя там, халявщики одни, которые не умеют ухаживать. Ну, есть такое дело. Либо, знаете, они ухаживают какое-то время, а потом все, не хотят. Ну, в принципе, как и все мужчины. Вначале много усилий тратят, чтобы добиться девушку, а потом... когда добиваются меньше. Поэтому нужно всегда держать мужчин, парней на расстоянии, обдавать их холодком, чтобы он всегда понимал, что вас можно потерять, что вы не до конца его. В общем, это такая тонкая психология. Почему кого-то отправили в Москву, вас нет? Ну, вывезли ССЛ, потому что много было беременных. Не уходить в проект ни в коем случае. Это такая хорошая, красивая, мудрая. Вот, а что такая красивая, хорошая, мудрая девушка делает на проекте как Дом 2? Что? Что я тут делаю? Что? Нет, я всегда пытаюсь находить положительные моменты из любых ситуаций. В какой-то степени, может быть, это и хорошо, что я здесь. В какой-то степени хорошо, что я не открыла свой бизнес, потому что я планировала до проекта, уже начала даже его делать, я снимала квартиру. И вот прикиньте, если бы я не пришла на проект, а открыла свой бизнес, снимала бы квартиру, случился бы вот этот вот пипец в стране, у меня бы прогорел мой бизнес, мне бы нечем было платить, получается, за квартиру, и что бы я делала, тоже как бы не очень хорошо. Так что в любом случае плюс, что я пришла на проект, но не плюс, что я сейчас на Сейшелах. То есть ты красивая, это Ставрополь. Ставрополь, привет. Комменты опаздывают в инсте. Но они не опаздывают, просто я постараюсь на все ответить комментарии. Их очень много и не успеваю. Олеся, хотела бы стать ведущей Дом 2. Да нет, вы что, смеетесь? Для меня Дом 2 это определенный опыт. Я никогда не хотела здесь оставаться надолго. То есть я ставила себе ограничитель в год, наверное. И я уже, получается, полгода провела здесь впустую. Да, были какие-то неудачные одни отношения, но сейчас я 3 месяца просто стою на месте. Я же говорю, меня вот это больше всего раздражает. Я всегда старалась развиваться, я всегда старалась идти вперед, изучать что-то новое. Здесь я не могу это сделать, я не могу устроить отношения новые, я не могу развиваться. Все, и меня это тревожит. Неадекватный пингвиново. Так, привет с Ирландии, ты очень хороший человечек. Спасибо. Ирландии привет. С Пашей не общаетесь? Нет, не общаемся. Захаришу так нравится Марина, что он всех девчонок лайкает. Не знаю, не слежу, кого он там лайкает. Не говоришь, кем работала в Китае, значит, понятно, эскорт. Я, по-моему, только что сказала, кем я там работала, друзья. Видите, бесполезно даже иногда что-то говорить, у людей какая-то своя правда в голове. Поэтому я даже никому уже ничего не оправдываюсь. И хотите так думать, думайте. Нет, нет, ножки можно еще. У меня тоже ноги последние худеют. Вот, я о том же. Я же знаю, где мои проблемные места. Я, Олеся, тоже с тобой держусь на диете. Худеем. Круто. Я рада, что... Я надеюсь, что все-таки со мной еще кто-то держится. Многие уже, наверное, слетели, бросили, но... Вместе все-таки как-то... Ой, дождь пошел.
Так. Нет, точно не до сентября, максимум до июля. Слушайте, мы так думали, что до мая. Сейчас уже до апреля, до конца апреля думали, потом думали, а до мая, сейчас до июня. И вот так все сдвигается, сдвигается. И, блин, не знаю. Было бы, конечно, идеально, если бы хотя бы в середине июля получилось. Как в плохой комедии «День сурка». Держись, действительно, «День сурка». Самое лучшее, спасибо. Так, где такой, что пока журни покупала? Ой, честно, я уже не помню. В Заре вроде бы. Не твое нужно уходить, без тебя будет скучно, тебе нужно идти дальше. Да, блин, я уже даже особо не участвую в жизни коллектива, потому что мне стало неинтересно. Я участвовала, и было интересно за мной наблюдать, когда я сама этого хотела, и когда мне было в первую очередь это интересно. Сейчас у меня нет интереса, потому что я устала обсуждать одни и те же темы. Ничего нового не происходит. И я как-то уже, знаете, абстрагировалась, и я не хочу, ну реально. Такое ощущение, блин, не ощущение, ладно. Пок, убери проколотый. Зачем? Мне нравится. Я, кстати, сегодня два новых пирсинга купила красивых. И новое платьишко. Хоть какая-то радость. Олеся, чем ты хочешь заниматься после проекта? У меня уже есть идея, у меня уже есть... то, чем я хочу заниматься. И я не могу этого сделать, потому что я тут зависла. Так. Олеся, влюбился в тебя. Тебе красиво со своим цветом волос, своими губами, без нарощенных ресниц. Ну вот, натурель, все говорят. Но сейчас уже все возвращаются к своему естественному, первозданному виду, так скажем. Все сняли нарощенные волосы, сняли ресницы, сдули губы. Все постепенно возвращаются. Ты уже полгода на острове? Нет, ну такое ощущение, что буду полгода. Я уже 3 месяца, если я еще 3 просижу, то будет полгода. Так, уходи с проекта. Как только закончится карантин, к тебе толпы не пойдут. Не знаю, друзья, останусь ли я, чтобы приходить. Кстати, вышел ролик, я посмотрела, такой он классный для кастинга. Снимали мне недавно. Что делать, если вес стоит? Продолжать худеть и не расстраиваться. Потому что он может иногда стоять из-за соли, из-за ПМС, так что ничего страшного. Смотрите по одежде. Ты говоришь сначала, где она занималась, она начала клеветать на человека. Так, Леся, сколько раз в день ты питаешься? 3 или 4? Устройте там забастовку всем островам, сорвите съемки, не ходите на лобные и конкурсы. Ну, я только за, но вот кто будет со мной, я сомневаюсь. Все очень как-то держатся, наверное, что ли, за проект. Я Олеся, я сюда на вас смотрю и только что смотрела. Сначала я жалко было странно, потом уже было понятно. Так, платье завтра покажу. Да, завтра покажу покупочки, что купила, кое-что буду перешивать. Олеся, ты занималась боксом? Да, занималась боксом. Вообще много чем занималась в жизни. И легкой атлетикой, и теннисом, и городками, и боксом, и гандболом целый год. В общем, везде себя попробовала, в разном виде спорта. Так, где можно смотреть твой ролик для кастинга? Еще не вышел, я думаю, выйдет на днях. Увидите, я у себя его выложу. Олеся, что делать, если хочется жрать? Я держусь, смотрю твои сторис. Если хочется прям жрать, возьмите белок, как я делаю. Там 3 белка, разбейте его, добавьте чуть сахарозаменителя и в микроволновку на пару минут. И вкусненький такой белковый десертик. Либо, если хотите не сладкого, а соленого, тоже так же взбейте белки, туда пару срочков положите. Вот я сейчас, кстати, ела на ночь. Это немного калорий, там где-то 80 калорий от белка, вот, и белок для ваших мышц. От белка вы никогда не потолстеете, от него, блин, сытость, из белка можно все что угодно приготовить. И пироженки, вот как я готовила кексики. Так что, если хотите есть, ешьте либо белки на ночь, либо можете перчик, огурчик, такое. Так, все, друзья, я пойду спать, всем сладеньких снов. Всех люблю.